Преподаватель истории обществоведения Дина Бурячок, 53 года, учит детей разбираться в хитросплетениях истории и понимать законы общества. Знаменитость в мире спорта Анапы Вера Фролова, тренер волейбольных команд. Творческий работник и руководитель с большим педагогическим стажем, директор детской музыкальной школы номер 1 Антонина Харченко и Светлана Шерстнева, воспитатель детского садика номер 5 «Волна». Эталоны преданности профессии и детям. Мэр Анапы Сергей Сергеев отметил их вклад в развитие образования в Анапе, вручил почетные грамоты главы города. Говорят, нельзя научить, можно научиться. Хорошие педагоги знают, как привить любовь к науке и научить детей самому важному – понимать учебу. Точно знаю, что труд педагога – это тяжелый, кропотливый, ежедневный труд. Это мужественное решение человека, который в молодости, становясь на путь своего профессионального развития, выбирает труднейшую профессию. Я сам занимался преподавательской деятельностью в одном из высших заведений учебных Краснодарского края. Честно скажу, мне это очень нравилось, и в то же время прекратил я эти занятия по причине того, что профессия, основная профессия, не оставляла мне на это время. Пока через начисление, скоро материально подарок всем работникам сферы образования – повышение зарплаты по распоряжению губернатора Кубани Александра Ткачева. Значимый подарок на праздник. Подарок нематериальный – понимание труда и ответственности учителей каждый день. Благодарим вас за ваш нелегкий труд. Нелегкий? Ха! Какой же он нелегкий? Сиди, выучил 5, не выучил 2. Гости из Краснодара привезли балет «Шахматная рапсодия» в исполнении молодого балета Кубани. Новую программу зрители оценили, учителя, воспитатели и тренеры. Работа такая, все время оценивать. Знания, подготовку. Лучших педагогов накануне профессионального праздника поздравили на сцене гортеатра. Мэр Анапы Сергей Сергеев вручил почетные грамоты и благодарности от Министерства образования края и Министерства культуры за развитие этих двух важных сфер в Анапе. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.